Она моя, в горе и радости. Моя, моя, в силе и слабости. Никому ее не позволю забрать. Связаны накрепко, никому не порвать. Не сделаем Милан, ваши аплодисменты! Аплодисменты! Вы знаете, когда-то давно, когда я еще жила на Казанском вокзале, и пела в переходе на библиотеке имени Ленина, я писала песни этому музыканту. Я высылала, высылала, а он не успевал послушать. И вот спустя годы этот по-настоящему знаменитый, любимый артист решил спеть со мной мою песню. Я так привыкла жить одним тобой. Рассвет и слышать, как проснешься не со мной. Мне стало так легко дышать в открытое окно и повторять тишину. Девочка, спасибо тебе огромное, твои прекрасные дуэты. Мы тебя просим подняться к нам. Ты дал нам возможность услышать самые лучшие дуэты. Мы не смогли обойти стороной и посвятили тебе отдельную номинацию. Называется она «Дуэты Билана». Да, дуэты, конечно, Билана. Же. Вау! 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 Тоже я объявляю, а я буду давать музыкальное сопровождение. Да. Знаешь, подожди, ты... давай не мешай. В любом случае, нужно сказать, что каждый из этих дуэтов заслуживает уважения. Это труд, это работа, это творчество, это которое правда. Вы вкладываете. Разные ситуации в мире мужчин сегодня в номинации да, «Дуэты Билана» побеждает ну, да, я скажу. Дима Билан и Мари Краймбрери. Спасибо огромное, Мари поздравляю, Краймбрери. Поздравляем вас, ребята. Спасибо Мари. Тебе, дорогая. Да. Ах! Вот, давай. Дорогая наша Мари пришла, да. Мы, как всегда, нарушаем все правила. Ваши аплодисменты, друзья, этим людям в черном. Круто. Ты не обижаешься, что я тебя на Билана променяла? Ничего страшного. Главное, чтобы я тебя на Билана не променял. Слишком много ссор, нас так не слово, больше ни слова. Голову так ломит и нет вируса, минус на минусе, я больше так не вынесу. Ты будто бы на инглиш, а я на идише, и не поможет Google перевод, но видишь же. Черный крепкий с бергамотом напей, а мне сухого красного налей, я на нуле. Я не твой бой, я не твой.
нет пустоты. Без тебя, душа моя, этот город, как ты, стал чужим. Послушай, мы, короче, решили сделать тебе еще один подарок. Ты заслуживаешь это. Пожалуйста, возвращайся на сцену. Вся наша команда единогласно выбрала тебя. Так. Дима, дорогой, артистом года. Не останавливайся. Спасибо огромное. Спасибо. Это просим тебя не только мы, а все, кто находится в Крокусе. Мари, ну это просто невероятно. Спасибо, Максим, огромное. Какие слова. Я просто в восторге. Закончен день, и снова мысли все мои о ней. Увозит в ночь меня желтое такси. Задам судьбе вопрос, куда спешили мы. Я хочу вернуться вновь туда, там, где она. Никому не отдам. Она моя. Просто не нужны. Дима Билан! Дима! Дима! Ань, ты знаешь, кто у нас вообще первый артист на автомате? Здравствуйте! Открывай тот, у кого завтра поезд, понимаешь? Вот, у кого послезавтра концерт. Больше музыки, просто хорошей музыки. Но я хочу больше музыки. Дайте больше музыки.
Спасибо большое.